Добро пожаловать на фестиваль манны. Сегодня я хочу поделиться с вами особым учением. Я назвал его ⁇ Инсайдер раскрывает планы против Америки ⁇ Я хочу сделать пару заявлений. Это может показаться противоречивым некоторым нашим зрителям, но я считаю, что это то, что нужно сказать. Во-первых, соцсети ⁇ это чудесный источник информации. Однако они также часто могут быть источником дезинформации. Это означает, что они не раскрывают всю историю целиком, или эта история искажена, чтобы соответствовать определенному сценарию. А иногда люди просто повторяют то, что слышали от других, а это может быть неправдой. И вот почему это опасно. Есть люди, которые пытаются быть экспертами в сферах, с которыми абсолютно не знакомы. Я видел, как парни рассказывали о покупке и продаже акций. Возможно, им повезло купить акции и заработать на этом. И теперь они создают свои каналы и начинают рассказывать о том, как достичь того же. На самом деле у них нет особых познаний в этой сфере. Вторая группа, о которой я хочу предупредить, это группа людей, которые зарабатывают на том, что атакуют все церкви и служения, которые только им известны. Большинство этих людей не привели ни одного человека к Господу. Большинство из них никогда ни на кого не влияли позитивно. Они несли негатив. Были заняты непонятно чем. Сплетничали. Они рассказывают людям, как быть пастором церкви, при этом никогда не был пастором. Или они рассказывают людям о том, как делать что-то в духовной сфере, и при этом сами никогда не делали ничего подобного. Много лет назад у меня был один случай. Я не хочу подробно рассказывать о нем, потому что он задел меня лично. Я помню, много лет назад был один христианский университет. Там был профессор, который преподавал курс по евангелизации. Я спросил, а кто преподает? Я знаю этого человека. На что мне ответили, скорее всего, нет, он никогда не евангелизировал. Я хочу сразу же остановиться и сказать вам, что не хочу, чтобы меня учили просто по книге, чтобы меня учил человек, который заявляет, что знает что-то. Я хочу получать наставление от евангелиста. Это как понимание духовной войны. Я хочу идти в духовную битву за людьми, у которых есть шрамы от предыдущих духовных битв. И учитывая все это, я хочу поговорить с вами о предсказаниях о том, что будет в будущем. Я должен заложить основания, прежде чем перейти к основной части, которая будет длиться 14-15 минут. Во-первых, когда вопрос касается пророчеств, то библейские пророчества — это толкование пророчеств Писания. Многие верят, Хотя и не все, в дар пророчества. Это когда вы говорите под действием божественного откровения о том, что произойдет в будущем. Человек, который делает это точно, называется пророком. Это тот, кто предсказывает события в будущем. Вот что я хочу сказать вам по поводу интернета. В интернете есть тысячи пророчеств. И если посмотреть на них, то вы увидите, что в каких-то из них человек не угадал с датой, со временем, а иногда совсем сразу. Часто такие люди переносят дату на потом или говорят, что кто-то не был послушен Богу, и поэтому этого не случилось. Пророк в Ветхом Завете, говоривший во имя Господа, пророчествующий о том, что не случилось, мог быть побит камнями по законам Ветхого Завета. Эти мужчины и женщины не разбрасывались пророчествами во время Ветхого Завета. «Меня учил человек, который действовал во всех девяти дарах Духа, мой отец Фред Стоун, что нельзя говорить «так говорит Господь», если ты не уверен на все сто, что Господь обратился к тебе». Он говорил, «Если ты не уверен, то говори, я ощущаю что-то, но давайте рассуждать, чтобы понять, от Бога ли это. Вы не хотите, чтобы это было что-то от вашего духа». Он говорил, «Вот как нужно говорить». Многие люди говорят, «Бог только что сказал мне». Некоторые люди получают больше слова от Бога, чем пророки Библии, а потом они ошибаются то тут, то там, и никто не спрашивает с них. Ладно. Это тема, которая меня интересует. Мой отец никогда не промахивался, когда пророчествовал. Никогда. Ни разу. Он всегда говорил то, что ему говорил Бог. Все потому, что он не говорил, если не провел до этого пару часов в молитве и не был уверен в том, что это было от Господа. Итак, давайте разберемся с этим вопросом, чтобы я мог перейти к той теме, которую приготовил для вас. Я знаю, что вы иногда говорите, Перри, переходи к сути. Я еще перейду к сути. Смотрите. Во времена Иеремии я хочу показать вам некоторые стихи. Я прочитаю их вам. Вы увидите их на экране. Иеремия пророчествовал одно, а лжепророки пророчествовали противоположное тому, что предсказывал Иеремия. Это привело к замешательству в Израилю. Вот что говорит Библия. Для начала мы рассмотрим Иеремии 14, 14 и 15. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Поэтому так говорит Господь о пророках. «Они пророчествуют именем моим, а я не посылал» их, они говорят, меча и голода не будет на сей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. А теперь прочитаем Иеремии 23:32. «Вот я на пророка в ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им. Они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Я хочу сказать вам кое-что. Я специально записал это. Есть разница между вдохновением и информацией, когда люди рассказывают по интернету, ищут что-то, что должно случиться, и начинают пророчествовать об этом во имя Господа, то они говорят на основании информации, а не на основании вдохновения. Слово «вдохновение» означает «богодухновенно». Все Писание «богодухновенно» дано по вдохновению Божьему. Дыхание Божье вдохновляет людей. Также есть разница между откровением и перспирацией. Некоторые люди приходят на служение и заводятся. Они хотят говорить, нести откровение. Но откровение — это то, что скрыто и что открыто. Открывается. В Библии есть множество откровений, и эти откровения толкуются через вдохновение от Духа Святого. Вот что я хочу сказать. Новости и пророчества на основании новостей ⁇ это не вдохновение. Это просто новости. Если люди берут новости, читают о том, что должно случиться, и пророчествуют, словно об этом сказал Бог, а этого не происходит, то они тем самым порочат репутацию Бога. Хотя на самом деле это человек, который неправильно истолковал новости. Вот почему я делюсь этим с вами. То, о чем я буду говорить, я получил не благодаря божественному вдохновению. Я должен был пояснить, что я имею в виду. Эта информация. Сбудется ли это? Только время покажет, сбудется ли та информация, которая открылась. Но я хочу поделиться с вами этим потому что об этом говорят люди, которые знают то, о чем не говорят в новостях. Я хочу сказать, что то, чем я буду делиться с вами, не является какой-то засекреченной информацией. Такой информации нельзя делиться, это противозаконно. И каждый, кто делает подобное, может сесть за это в тюрьму. Это информация, о которой мало кто знает. Некоторые из вас могли слышать о ней, но большинство не слышали. Вот что я хочу обсудить и постараюсь сделать это быстро. Что происходит с криптовалютами? Мы видели, как биткоин стал популярным и взлетел в цене. После этого все начали копировать его. И как только появлялась новая монета, люди покупали ее, чтобы заработать 50 центов или доллар, а затем продавали ее и брали новую монету. Молодые ребята зарабатывали тысячи долларов, инвестируя в разные монеты. Внезапно появился большой рынок криптовалют. Криптовалюты создавались для того, чтобы правительство не могло регулировать их, а определенные монеты люди могли покупать и продавать на так называемом черном рынке, чтобы избежать налогообложения. Правительству пришлось вмешаться. Я не говорю, что оно уже вмешалось, но оно еще вмешается, чтобы придумать правила и получить налоги с этого. Миллиарды, сотни миллиардов долларов были вложены в криптовалюты. Но вот что важно. Я говорил об этом еще два года назад. Я говорил, что у криптовалют начнутся проблемы. Мы знаем случаи, когда глава какой-то криптовалюты становился жадным и воровал деньги. Мы все знаем такие истории. Я хочу, чтобы вы понимали, что это часть истории криптовалют. Но вы должны понимать, и я говорил об этом много лет назад, что правительство не позволит какой-то непонятной монете, придуманной другой компанией, стать монетой, которую они будут использовать для расчета между жителями США. Они, как Китай или другие страны, придумают свою монету. И мы уже слышали, что идут обсуждения по созданию федеральной монеты, цифровой валюты, которая будет создана в США. Единственное, кто не хочет этого, это люди, которым за 60. Они против этого. Мы любим твердую монету. Нам нравится держать деньги в руках. И не хотим, чтобы они просто исчезли через экран или из-за того, что кто-то из другой страны взломал наш счет. Вот почему федеральная монета еще не набрала такой популярности. Люди говорят, да, это отлично, это легко и просто. Поколению до 40 лет это нравится. Они не пользуются наличными. Мой сын не носит наличку. Он берет свой телефон и расплачивается за все через приложение. А мы старшее поколение, и я в том числе, любим старое проверку. Методы. Но падение валюты предоставит правительству возможность начать разрабатывать федеральную монету или цифровую валюту правительства, как об этом говорится в Откровении 13. Все идет к тому, чтобы общество было без наличных денег с меткой числа зверя на руке или на лбу, чтобы покупать и продавать. Вот к чему все придет однажды. Мы знаем, что так будет. Во-вторых, у меня есть множество вопросов о воздушном шаре, который прилетел из Китая и который взорвали военные США. Я нашел лишь один источник, который рассказал мне о том, чем с ним поделились. Опять же, этот источник заявил, нам сказали, изначально в новостях говорилось о том, что китайский воздушный шар шпионил за нашими военными базами. Один источник говорит, что он изучал энергетическую систему США. Он добывал информацию именно об этом. И я хочу сказать вам, что это не откровение, это чье-то мнение. Это может быть так, а может и не быть. Но они говорят, что если Китай будет атаковать Тайвань в будущем, то им нужно будет сделать что-то на территории США, чтобы отвлечь граждан, президента, Конгресс и Сенат США. И для этого они могут попытаться разрушить энергосистему центральной части США. Это приведет к тому, что в некоторых регионах несколько недель не будет электричества. А если ущерб будет достаточно серьезным, то проблемы могут растянуться на несколько месяцев или лет. Безусловно, все зависит от того, что именно они сделают. Опять же, это не предсказания, а лишь спекуляции. И я считаю, что именно поэтому мы видим столько шпионской деятельности в этих районах. Кроме того, мы видим их активность в районе Гавайских островов, как об этом сообщалось в новостях. Некоторые обсуждали то, о чем я рассказываю. Так что это не новость, не откровение. Многие считают, что именно такой была их цель. Третье, о чем я хочу поговорить, это не очень интересное. Как вы знаете, я всегда говорю людям, что нужно быть готовыми к природной катастрофе, иметь дополнительные запасы еды и воды, не так давно мы обратились к одной компании, чтобы узнать, есть ли у них запасы высушенной еды. Я не фанат высушенной еды, потому что я диабетик, а она наполнена углеводами и солью. Я не фанат. Если бы мне пришлось питаться ею каждый день, я бы не был в хорошей форме, затем исключением, если бы я каждый день тренировался по три часа. Но она хорошо подходит для экстренных ситуаций, если вдруг выключат электричество, если случится землетрясение, если будут проблемы с едой. Вот почему хорошо иметь высушенную еду на случай катастрофы. Я считаю, это мудро. И эта компания сообщила нам, что правительство США сотрудничает с этой компанией, я не буду называть ее, и забирает все их запасы высушенной еды. Они отправляют ее в места, где правительство хранит еду. Я подумал, это интересно. И тогда ко мне пришла мысль, что возможно эти продукты собирают на случай национальной катастрофы, чтобы еда была на тот случай, если с ней возникнут проблемы. Однако один человек в отставке сказал мне, ⁇ Я уже давно знаю об этом. Они накапливают запасы еды, потому что нам сказали, что следующая масштабная война США будет за воду и еду, если посмотреть на санкции, наложенные на разные страны. ⁇ на природные катастрофы, плохие зимы, землетрясения, засухи, то становится ясно, что множество факторов влияет на пищевые ресурсы. И не только в Америке. Если у вас не будет сена, вы не сможете накормить животных, скот. Если у вас нет удобрений, вы не сможете эффективно выращивать определенные виды продуктов на ферме. Вам нужны удобрения, азот, чтобы выращивать кукурузу. Мы должны понимать, что наше правительство знает, что битвы будущего будут за еду и воду. Следующая вещь, которую я хочу упомянуть, это банковский кризис. Многие боятся банковского кризиса. Все потому, что во времена Великой депрессии люди приходили в свои банки, снимали все наличные деньги и делали банк банкротом. Многие потеряли деньги. Мой прадед рассказывал о депрессии. Мой дед был мальчиком во времена депрессии. Он помнит, как ужасно все было. Проповедники могли проповедовать целую неделю и получить лишь немного молока, подливы, пару печенек и монеток. Мой прадед собирал пожертвования в размере пяти центов. У него изнашивалась обувь. Ему приходилось резать резину с покрышек, чтобы подкладывать ее в обувь, потому что у него были дырки в обуви. Это было ужасное время для всех, особенно для США. Богатые люди не так ощутили на себе последствия этого. Джон Кеннеди рассказывал, что когда он был мальчиком во времена депрессии, то даже не знал, что была депрессия. Все потому, что у его отца были деньги, еда и доступ ко всему. Богатые не страдают так сильно, как простой народ, как бедняки. Я хочу вернуться к банковскому кризису. Большинство банков имеют страховку. Большинство банков платят за нее. Закон требует, чтобы они платили эту страховку. Если у тебя 250 тысяч долларов на счету, и что-то происходит с этим банком, например, банковский кризис, то правительство вмешивается и обеспечивает выплаты до 250 тысяч долларов. Со мной связывались бизнесмены и говорили, у нас намного больше денег в банке, мы переживаем. Мы живем в больших городах и видим, что у банков есть проблемы. Что нам делать? Я советую обратиться к профессионалам и специалистам. Один банк сообщил бизнесмену, у которого было несколько миллионов долларов. Он рассказал мне об этом, что он может снять лишние деньги с этого счета и вложить их в другие банки, я не специалист, я не говорю вам поступать так же, я не даю вам советы, я просто говорю, что это возможно. Вы можете положить их на разные счета в разных банках, и если ваш вклад будет 250 тысяч или меньше, то правительство гарантирует вам возврат этих денег. Люди спрашивают меня, как вы считаете, будет ли новая депрессия, будет ли новый банковский кризис. Сейчас есть правила и постановления, которых не было во времена Великой депрессии. Я не вижу, чтобы ситуация времен депрессии повторилась, когда закрылось 4000 банков, и ни у кого не было налички, а если она и была, то ее хранили в матрасе. Но вы должны быть мудры и предвидеть подобные вещи. Что вам нужно делать? Планировать, готовиться, поступать мудро. Если у вас есть вопросы к банковской системе и вы не уверены в ее безопасности, то вам стоит пойти в банк и поговорить с президентом банка, убедиться в том, что у них есть страховка на покрытие средств в случае непредвиденных ситуаций. Одна из причин, почему у банков возникают проблемы, кроется в том, что они дают деньги стартапам, техническим стартапам, которые потом становятся банкротами. Они занимаются криптовалютами, а потом становятся банкротами. Есть множество причин, почему некоторые из этих банков столкнулись с такими трудностями. Но если в вашем городке есть активные бизнесмены, и у них все идет хорошо, то пока что вам не о чем беспокоиться. Конечно, я не знаю, какой будет ситуация к тому моменту, как эта передача выйдет в эфир, но правительство явно следит за этой ситуацией, потому что любой национальный банковский кризис ⁇ это политическое самоубийство для правящей партии. А политики готовы на все, чтобы сохранить свою власть, чтобы остаться при власти. Вот что происходит сейчас. И я также хочу обратиться к моим пожилым зрителям. Вы должны знать о том, что происходит в вашем округе. Мы видим рост экстремизма в разных частях страны. Они учат экстремизму в школах. Мне не нужно рассказывать вам об этом. Возможно, вашей семье стоит задуматься над вопросом, а где нам работать? в каких районах работают определенные бизнесы, где открыты хорошие вакансии. Мы не привязаны к этому месту. Мы можем поехать в другое место, где больше людей мыслят консервативно, верят в Библию, ходят в церкви. Мы не хотим разбираться с безумными и высокими налогами. Есть штаты, в которых жить лучше, чем в других. Я не буду давать вам список. Я не говорю вам, что делать. Я не даю вам экономические или финансовые советы, а также не указываю вам, где жить. Я никогда не буду заниматься этим. Вы должны помолиться и услышать совет Божий. Если вы настроены серьезно, то уделите три дня посту и молитве, если можете, и попросите Бога дать вам водительство, видение происходящего, показать, что делать. А если вы счастливы там, где находитесь, и Бог благословляет вас, оставайтесь там, будьте солью и светом в своей общине. Это то, чем я хотел поделиться. Для нас особенно актуален вопрос с шаром и едой. Люди рассказывали мне, что это то, что происходит на самом деле. Эти вещи касаются США. И я хочу сказать, что многие из этих вещей направлены против обычных американцев и Америки. Мы должны помнить о том, что нам нужно выбирать лучших кандидатов, молиться и полагаться на Бога, даже когда все работает против США. Бог все еще с нами, потому что в этой стране есть верующие. Надеюсь, вы узнали сегодня что-то новое. Заходите на наш сайт, чтобы узнать больше. А теперь посмотрите этот важный ролик, который помогает нам выходить в эфир. Хотите разбираться в стратегии сатаны, менять ход сражений, которые он ведет против вас? Духовное знание – это оружие, которое в силах разрушить коварные планы врага. Есть методы, которые дьявол тщательно скрывает от людей – но которыми активно пользуется. Перри Стоун в книге «Раскрывая тактику сатаны» предлагает проникнуть в разум нашего главного врага, чтобы понять его стратегические приемы. В войне с дьяволом вы можете быть победителем. Скачайте книгу Перри Стоуна «Раскрывая тактику сатаны» бесплатно и прямо сейчас на нашем сайте. Или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы пришлем ее вам. Я хочу приветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу Фестиваль Манны сегодня. Вы сможете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт peristone.org. Мы хотим получать от вас всевозможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются последние дни. И вот что это значит. Многое произойдет во исполнение библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены две, три, три с половиной тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение тысячи лет в Его Царстве. А править он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. Скажем так, посмотрите, как молились за больных в Новом Завете. Они молились во имя Иисуса. Скорее всего, если это были евреи, то они молились во имя Иешуа. И если же они проповедовали среди греков, то использовали Его греческое имя. Тем не менее, мы призываем имя Иисуса. Это трансляция с греческого языка. Иисус, как говорят испанцы, «И де Хисус, надеюсь, я сказал правильно, я не силен в испанском. Помню, что учил его в школе. Думаю, так переводится во имя Иисуса. Не нужно исправлять меня, если я ошибся. Я уверен, что кто-то из нашей церкви исправит меня. И Иешуа, Иисус, Иисос, Иисус. Иесус. Когда вы произносите его имя от всего сердца, бесы понимают, что это за имя. Для них не имеет значения, из какой вы страны. И последнее, грех. В Откровении 12:11 сказано: Они победили Сатану кровью Агнца и словом свидетельства Своего. И когда речь заходит о проблеме греха, то единственное, единственное, что может разобраться с грехом, это кровь Иисуса. Вы видите метки на косяках. Это копия египетских косяков времен Исхода. Они наносили кровь. Вы видите кровавую метку тут, там и наверху. Они были на дверях евреев в Египте во время Пасхи. Почему? Потому что это был прообраз трех крестов, которые будут стоять на Голгофе. Но посмотрите, где находится главная метка над головами людей. Ангел смерти не мог войти и погубить первенцев евреев из-за крови, которая была на косяках дверей на Пасху. И вот чем я хочу поделиться с вами. Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи Фестиваль Манны. Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времен о возвращении Христа. Даю вам учение о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть фестиваль Манны. Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним.